Навучальны клас по электрабяспецы открылі ў дзіцячым садку пачатковай школе нумар 63 горада Гомеля. Ён стаў першым у Навабелецкім раёне і чацвёртым у абласным цэнтры. Ініцыятарам яго стварэння выступіў філіял «Энерганагляд» Рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Гомель Энерга». На ўрачыстым адкрыцці пабывала Ганна Каральчук. Новый класс по электробеспеце – черговый выник супрацовництва предприемства «Энергонагляд» с установами адукации региону. Дарить школьникам веды об небеспеце электричного току и правилах обыходжения зим стала доброй традицией для предприемства, бо одна из его наиважнейших задач – это праца по профилактике электротравматизму. Особливая роль тут отводится с встречем с детьми. Супрацовники «Энергонагляду» регулярно принимают удел у оформлении кутков электробеспеки и гуторках со школьниками. Организуют конкурсы детячего малюнка, квесты и открывают специализованные классы. Мы начали с 12-й школы в 17-м году. В железнодорожном районе открыли первый класс по электробезопасности. В том же году, в сентябре, в 39-й школе открыли класс по электробезопасности. Вот. Значит, в прошлом году, перед началом учебных занятий, в 67-й школе Центрального района. И вот, как говорится, закрывается цикл по городу Гомелю, открытие класса по электробезопасности во всех районах города Гомеля. Новая аудитория обсталявана наглядными допоможниками, стендами и приборами, у распрацовцы яких удельничали супрацовники «Энергонагляду». Основная мета работы кабинета – профилактичная. Тут школьники 4-х классов, а так само дети из інших школ района будут наведывать занятки по профилактике электротравматизму и энергобеспеки и знакомиться с тем, как правильно користаться электроприборами. Уроки, згодно специально распрацованной программе, будут проводить инспекторы «Энергонагляду». Разработан график, на основании которого каждую неделю проводится определенное время занятий для учащихся 4-х классов всего района. И в нашем районе это будет работа не только с учащимися 4-го класса. Также будем предлагать дошкольные учреждения в качестве экскурсии в этот класс и показывать уже на младших дошкольном возрасте деткам, как правильно работать с электроприборами. Показывать все наглядные пособия и все опасности, которые их в этом случае ожидают. Первый заняток по электробеспеце провели сегодня после урочистой церемонии открытия класса. Почался он с познавальной викторины от ведомых казочных героев – Буратино, Лисы, Алисы и кота Базилия. Что с твоим носом? Ах, любопытство. Ой, любопытство, любопытство, да. Любопытство всегда приводит к плохим последствиям. Ой, ну мы исправились. Мы выучили все правила по электробезопасности. Акрамя класу по электробеспеце, в области працуют центры навучания навыкам беспечных поводзинов, открытые совместно с субъектами профилактики правопорушений. Каля 10 из их находятся у районных центрах. И по словам керовника филиала «Энергонагляда», такая совместная работа протягнется и в дальнейшем. Ганна Каральчук, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».